Окей. Ханкайчик. Спасибо всем, кто сегодня на Геншине был. Пойдем смотреть фишлю. И там даже сюжетик какой-то с ней должен быть. Фишель в Ханкае. Покчам. Так, кажется, нам второй раз подряд повторяют этот видосик. А, вот и субтитры. Блин, ну красивый ролик, давайте еще раз посмотрим. На ютубчик оставим хотя бы. Я, кстати, так и подумал, что Паймон что-то про еду говорит. Я прям с японского это понял. Заряженки прикольные. Какой-то меч для Коксей прикольный сделали. Да? Туц. Так, ну, с Кианой неинтересно. Поехали. Скипнуть. Лук — это вообще новый тип оружия в Ханкае, да. Им луки завезли. Итак, ивент. Outworld Quest 1. Is the fallen star a friend from another world? Guys, Outworld Quest 2. Фишля. Return Treasures. Для возвращенцев, что ли, что-то. Пригласите капитанов, чтобы они ввели ваш УИД. И вы получите кристаллы. Класс. Это прям для стримеров ивент ввели. Так, сразу дают фишлю, сразу. Кек. Просто на первый же день. Ашечку. Ачивочка, принцессен. Биологический архетип. Ульта ОС запускает стрелы. Атакой плюс электрический урон. Потом падает и взрывается на 1000 АТК. Электрического урона стоит сотню. Кулдаун 20 секунд. Лидер бонус. Ранжовые атаки в команде наносят 6 дополнительного бонуса. Синергии с кем? О, с моей Азур Импиркой синергирует. Хорошо, хорошо. А, ну да, она же LM резисты срезает. Азур Импирка. А Хершера электричества у меня, к сожалению, нету. Ну ладно. Луки, ну лук мы сейчас посмотрим, может выбьем даже специально сигнатурочку для нее. Так, тут еще какие-то крутки, Outworld Quest Supply карды. Ханкай кубы. Так, поехали. Что здесь выбрать надо? Вот эти штуки, наверное. Я, правда, не знаю, что вообще за правые. Бонусный магазин, здесь выкупить крутку. Персонажа надо Старлист астрологиста выбить. Окей. Надо фишлю в дорм запихнуть. Ну-ка. Ну-ка, сейчас. Во-первых, она, кстати, здесь должна быть. Интересно, ее можно в экспедиции отправлять? Типа в амьюзмент парк какой-нибудь. Ну-ка, фишля. Где она тут? А я не знаю, какая у нее иконка. Походу, нельзя. Не хватает. Такс. А в дорм-то можно фишлю запихать? Ну-ка посмотрим. Тереза. Я понял.
Блин, я вообще не помню, как здесь все это работает. Не, походу нету. Ладно. Аску сюда... Я из игры случайно вышел, потому что эскейп выходит из игры полностью. Класс. Аску нельзя было? Да, фишель тоже нельзя. Только стандартный supply. Ясненько. Удобный лаунчер. Нажимаешь escape, выходишь полностью из игры. Ведь Alt F4 еще не придумали, правильно? Так, ладно, ивенты. Сейчас с этим всем разберемся. От World Treasure Hunt. Ретерни. Так, они капусту уже убрали или еще нет? Шоп медалек. До какого? До 7-го, 15-го, окей. Оп, квестик прокнул. Нет, это ревьюшка просто, это не квестик. Это я уже шерил. Копировать инвайт код. Во, это для вас. Чат. Те, кто играют в Хонку, пройдите по вот этой штуке, я получу примогемчики. Я так понимаю. Это тоже до 15-го магазин. Тоже надо что-то тратить. Примасы я уже выкупил. А новые не могу, потому что не накопил. Бля, музыка какая-то приятная. Returnee Treasure Hunt. Ну-ка, что это такое? А, вот еще. А, вот, вот это для возвращенцев. Сейчас мне вот этот вот код для вас надо выдать. Когда крутки? Сейчас я посмотрю, что там по круткам. Наверное, оружие надо сразу фишли выбить. Копировать инвайт код. Пожалуйста, сыграй в начале в ингейм ивент. Ясно. Я еще не могу. Так, ладно, круточки, где? Supply. А нету нифига. Я не могу крутить ничего. Тут только два. Видимо, не завезли еще. Так, и как получить тогда лук на фишлю? О, 600 примасов. Класс. Авто, бандлы. Не. Так, ладно, ивент с фишлей, поехали. Не, вначале ее, наверное, надо прокачать. Где она у меня? Equipment. Что значит expired? Из ресайкла вы получили. Айчан забирает их обратно. Уже их специально собирал. А, не equipment, а Валькирии мне надо было открыть. Где наша принцесса? Отлично, левелап. Так, как там автоматом левелапать? А, ну, в принципе, эпиков закидаем. It's an interesting game. Kind of. 5-й левел. Скиллы. Growth boost, нет, спасибо. Скиллы. Так, ренжовая атака. А, ну это командирский скилл. Команда наносит на 9 больше урона ренжовыми атаками и наносит на 20 больше элементального. Вот бы такой баф был у Фишли в Геншине, да? Угу. Пассивочки. Лук, две стойки у нее каких-то есть. Ну, видимо, заряженная и обычная, да? Уменьшенный урон по ней. Это я не могу пока что. Момент when the active skill of bow weapon hits an enemy. Tapping attack triggers QTE, когда скилл падает по врагу, включается QTE-шки с луком. Так, Оз. Заряженная атака. Зажми атаку, чтобы засамонить Оза на помощь.
Фишли, он будет атаковать в течение 12 секунд. Милишный атакер наносит 40x12 АТК. Ого, this present one charge attack deals pistol lightning damage. Каждая базовая атака восстанавливает еще и спешку ей. Хорошо. Это чё? Активировать. Фишель теперь лего. Пока что ашечка, но будет легой. Чё это такое? Он хит комбо charge attacks from anti member summon Oz. А, неплохо, просто так Оза призывает. Команд Оз... Так, это ультимейт. Это мы уже читали. После каста Оз еще восстанавливает СП-шку Фишля. Базовые атаки. 5 атак. Центральная стрела наносит еще много электрического урона под конец. Прикольно. 12 секунд. После входа атак бонус на общий урон. Неплохо. QTE триггеры замедляют время. Атакуют электричеством. Ясненько. Shadow Step. О, додж. Два доджа есть. Каждый хит Lightning Strike от Ultimate Dodge наносит дополнительный электрический урон. Окей. Все, здесь все прокачали. Стигматы ей какие? Не, ну классно, что они у меня все используются, но... Ну, мили Physical Damage, но она-то рейнджовая. О, Lightning or Ice Damage. After Exit. Блин, After Exit. Это саппортная стигмата Агир. Суито. Оружие у нее пока какое-то говно, но мы попробуем получше выбить. Так, а что, у нее есть скинчики? Нету, жалко. Что там в дорме? Деньги. Outworld Quest, поехали. Ивентовый сюжетец. О, здорово. Здорово. О, кацинка. Сепсей? Ля, видели, какая атака на Ешке прикольная у кацин? Здрасте. Еще будешь бегать? Надо ульту накопить. Ай. Видели? Он свою копию отправляет на врага. Прикольно. Ой, что-то мы здесь замерзаем, кстати. Прыгивает еще. То есть не классическая обычная Ешка из Геншина. Кстати, ее Ешка нарисована как Накана у вороте. А, вот, она, ее ешка срабатывает после ворота, она телепортируется к врагу. Так, ну я почти накопил на ультецкий. Поехали. Я не помню, разве она в Геншине так падает на землю? Где он? Вот там. За мной не видно, да нормально. Эй, это чё? А, это чё такое? Вага Томойо. Привет, Отто. Добро пожаловать в Outworld Quest. В нем будет три главы. Нажми здесь, чтобы сыграть в первую. Не падает, но так же делает. Ну вот это вот, да, вот это вот падение, не помню. Тапни здесь и начни свое путешествие. Не стесняйся, скажи, что ты об этом думаешь. Он с каким-то мужиком разговаривает, судя по всему, с персонажем из пост-Ханкая. Ну, по крайней мере, по волосам выглядит именно так. Он говорит уверенно, с ноткой опасности. What? Dicing, не помню слова. Ждет ответа. Человек, который сидит рядом с ним, даже ничего об этом не подумал. Ну, не понравилось ему это видео. Он думал, что... Rather cautious reply. Weld какой-то с нами здесь разговаривает. Ну, если говорить про концепт, я думаю, что этот стиль будет большим хитом.
Энтайсинг завлекательно. Да, эта игра стала большим хитом. Хе-хе, ЕТ студио шеф продюсер мистер Янг. Approval made my... Короче, не зря я сюда приехал, сделал этот визит. Ой, вы... Вы мне льстите, Шакшали, Версир, мистер. Вот апокалипсис. Видимо, это типа разработчик Геншина. Справа первый Хёршер. Да, мне показалось, что это типа он как с разрабом разговаривает. Но вы же пришли сюда не просто, чтобы сказать пару добрых слов, не так ли? В комнате вдруг стало тихо. Тем временем звук механических каких-то операций из-за угла. А, конечно же, нет. Но тебе не стоит быть таким защит. Даже я немного... Что-то сложно мне сегодня переводить. Даже мне немного нервозно перед таким большим количеством автоматических турелек. Простите, но... Это минимальное, что разрешило нам наш департамент защиты. Охрана, наша охрана. Да ладно, все нормально. Я лишь надеюсь, что наша это не помешает нашей коллаборации, которую мы сейчас будем обсуждать. Коллаборации. Да, коллаборации, я уверяю вас. И Шикшали Entertainment, и ET Studio ждет прекрасное будущее. Что за коллаборация такая? Известно, что ET Studio — это лидирующий продюсер меха-тематических анимаций. И что касается фэнтезийных аниме и игр, вы уж меня извините, но моя Шакшаль Entertainment действительно лучшая в этой индустрии. Если мы объединимся, я уверен, что мы создадим эпохальную работу. Что вы думаете? Мистер Апокалипс, несмотря на то, что ET Studio... не имеет большой команды разработчиков, как Шикшаль Entertainment, есть кое-что, чего мы хотим придержать себе. Я понимаю, дорогой друг, но работая вместе, работать вместе не значит, что мы должны сдаться, знать наш хардкорный стиль, который всегда был основной основой этой ET Studio. В то же время, я надеюсь, что это отразится в работе, характер дизайне. Интересная идея, но как мы это сделаем? Две команды создадут teams with, две команды с разными верованиями будут работать вместе, чтобы создать что-то, что, под, ну, что разрешат обе стороны. Мое мнение такое. Коммуникация... стоимости между... Короче, стоимость этого слияния будет непомерной. К тому же наши отношения не всегда были такими хорошими, не так ли? Ну да, у нас были небольшие конфликты, но я верю, что мы оба согласны, что будущее перевесит прошлое. Подумай об этом, мой друг. Коллаборация Шикшали и ET Studio. Ты бы хотел увидеть рассвет новой эпохи. Опять же, Уэлд замолчал. Некоторые идеи появились в его голове. Ну что ж, должен заметить, что это интригующее предложение. Я думаю, мы обсудим все в деталях. Не хочу это переводить. Да, я знал, что тебя это заинтересует. И, конечно же, я принес больше, чем одну хорошую идею. Вот несколько детальных предложений. Я надеюсь, они дадут тебе и коллегам визуальное понимание проекта. Эй, это же... Подожди-ка. Это, возможно, самая популярная история в ближайшем будущем. Прям у него кристальчик вместо мышки. Или какой дёрб классный. Шикшаль читается как Шикзаль, снежная судьба. Окей.
Просыпайся, просыпайся, а ты? Ну и почему нам Розарию и Оленеву не запихнули в Геншин? История сейчас начнется. Путешественник! А, я не могу дышать! Можешь, пожалуйста, слезть с меня? О, привет, Пайман. Вот, я наконец-то проснулась. Прости, я с тебя сейчас слезу. Если ты продолжишь спать в таком месте, хиличуру выкинуть тебя, закинуть тебя в котел. Какой такой котел? Что ты такое? Эй, это грубо. И почему ты звучишь прямо как я? Почему ты говоришь такие странные вещи? Ты только что проснулась. И как ты знаешь? There is no dubbing. Это не озвучено. Ничего, сами над собой рофлят. Я Пайман. Я твой лучший компаньон для путешествий. Пайман, запомни это имя. Пайман звучит вкусно. Ха? Ну, она прочитала как пирогмон. И выглядит вкусно. Дай-ка я тебя укушу. А, помогите. Я не еда. Отпустите меня. Через несколько мгновений. Какой тип путешественника ты? Как... How could you have the heart to bite? Как ты вообще мог укусить такого прекрасного милого гайда? Ах, простите. Я лишь наполовину проснулась. Ой, ты посмотри на эти... Следы от укуса. Здесь я, если сам, что мне 19 месяц. Stand up and fight. Спасибо большое за ресепшн. Спасибо за поддержку. Очередной абуз. Какой абуз? Про второй ресепшн, что ли? Ну, классика Твича. Ладно, пока что я пропущу это мимо себя, поскольку ты только что проснулась. Да, она все-таки укусила Пайман. Хе-хе-хе, спасибо. Тревелер встает. Ах, так я проснулась в таком странном месте. Ага. Так, путешественник, можешь сказать мне свое имя? А, я не очень хорошо помню имена. Зови меня как хочешь, давай начнем игру. Не говори этого, мы же теперь партнеры по путешествию. Я не могу тебя звать просто Хей все время, не так ли? Ладно, зови меня Розалия тогда. Окей, Тревелер. Так, почему ты вообще задала этот вопрос, если решила называть меня Тревелером? А теперь я знаю твое имя. Давай-ка продолжим с нашей историей. Мы встретились пару месяцев назад, одним днем. Эй, ты куда? Я хочу тебе рассказать про предыдущую историю. Да, не хочу ничего слышать, никакие истории. Я просто скипну диалоги. Не заставляй меня конфисковать твою скип-кнопку. Или ты хочешь, чтобы... Or do you want me to put an air wall in front? Или ты хочешь, чтобы я поставила перед тобой воздушную стену? Ай, ладно, давай, я слушаю. Перед тем, как разум Тревелера ушел куда-то, Пайман начал рассказывать историю в очень быстром темпе. Итак, я попал в эту землю, которая называется Тейват, потому что мою сестру забрал мистический и сильный противник. Я потеряла свою силу после сражения. А потом, через несколько месяцев, когда я рыбачила, я поймала тебя, которая тонула, и после ты следуешь за мной, и мы вместе путешествуем. Все верно, и в этот момент твоя сестра ждет нас, чтобы ты спасла ее. Так что давай поторопимся, путешественник. Подожди-ка минуту, у меня есть вопрос. Что такое? Ты можешь задать что угодно. Я самый лучший компаньон. Ты можешь летать, верно? Так как ты вообще могла утонуть? В этот момент твоя сестра ждет, чтобы мы спасли ее. Так что давай поторопимся, Тревелер. Ну ладно, она просто притворилась, что не слышала меня. Итак. Ах, да. Давай я дам тебе немножко информации о том, где мы сейчас находимся. Мы недалеко от Манштата, города Свободы. Благословенного Анном Архонтом. Есть множество бардов в тавернах в Манштате, так что, возможно, кто-нибудь из них слышал о твоей сестре. О, ты полезная. Еще минуту, мне срочно нужен... Не просто так стать таким лучшим гайдом, лучшим компаньоном. Итак, назначение Манштат. Погнали.
Вы проснулись возле воды, и целый новый мир ждет тебя. Ля, прикольно. Опа, а что это я тут нашел? Эй, дорога заблокирована гигантским камнем. Ну-ка, только посмотри на его размер. Мы не сможем его просто так столкнуть, не так ли, Трэвеллер? Есть одно решение. Как насчет... Как насчет мы исследуем локацию, эту локацию позже? Нет, как там было? Давай-ка пока что туда не пойдем. А, конечно, нет. Это наш последний козырь, который можно использовать, когда прогресс разработчика не успевает за прогрессом исследования. Это было бы слишком быстро. Что ж, тогда персонаж с большим двуручным мечом сможет сломать этот камень. Эй, ну здесь никаких других людей нет, а это значит, что нам придется сделать только одну вещь. Какую вещь? Пойдем, Пайман. Не глупи, ты же знаешь эту вещь. Трэвеллер улыбнулся, ее глаза полны... Excitement, я не помню, как перевести. Ты говоришь про желание, конечно же. Я немножко изучила перед тем, как залогиниться. Дай-ка мне супер редких тиммейтов, давай. А, она хочет делюка выбить, я понял. Перестань говорить такие вещи, это разрушит весь иммерсивный, ну, все наше погружение. Весь наш иммерсивный опыт. Что, чего я не должна говорить? Вот так-то. Дай-ка подумать. Здесь должны лежать какие-то вещи, которые мы сможем использовать, чтобы сломать этот камень. Но я хочу редких персонажей! Ну, подожди-ка чуть-чуть, ладно? Они появятся, когда придет время. В нужный момент, пока просто наслаждайся игрой. Посмотри на свет, посмотри на воду. Ладно, давай делать по-твоему пока что. Фух. Давай тогда посмотрим, можем ли мы чем-нибудь сломать этот камень. Вернуться в чаптер-скрин? Нет, не надо. Так, тут какая-то табличка. Не надо нам Чичу. Давай-ка поспрашиваем жителей. Привет, есть тут кто? Че, это Хиличуру будет. Эй, простите, у вас есть какой-нибудь способ сломать... О, что происходит? Все... Гигантский кусок земли под водой. Что происходит? Я правильно понял, нет? Эй, Лораджи. Эй, приятного просмотра. Стримчиков Donation Accepted. Спасибо, Реги. У тебя отпуск, что ли? Хорошего тебе отдыха. Тебе было первое, пусть и тут будет первое. Ух. Типси Адвенчурер. Немножко пьяный, я так понял, да? Приключенец. Это этот... как его? Блин, там столько пьяниц в Манштате, ни один в голову не приходит. Это Драф. Нет, Драф не искатель приключений. Блин. Венти, что ли? Ну, кстати, может и Венти. О, привет, путешественники, которых наставляет ветер. Твой дом сейчас затопит, как ты можешь просто стоять и не бояться? Мой дом... А, да ты ничего не поняла, это не мой дом. Хоть я и манштадец, я вообще-то вольный приключенец. А почему ты что-то здесь делаешь? Мой друг, владелец этого дома, он из него съехал и сказал, что я могу пожить здесь. Это Мона! Стэнли, Немрод, да кто-нибудь из них... Теперь я знаю, почему он съехал. Здесь постоянно волны поднимаются. В общем, этот дом затапливает. Такое не пережить. Кроме меня, мне вообще-то пофиг. А ты довольно веселый мужик. Скорее, безмозглый и обычный. Я бы так сказал. Это место не похоже на то... Таким раньше не было. Эй, коронавирусный. Я понял. Donation accepted. Выздоравливай. Я же тоже сейчас короной болею.
Здоровья тебе. Надеюсь, пройдет без особых осложнений. Короче, эти волны стали гигантскими только недавно. Может быть, это как-то связано с гигантской тенью, которую я видел в другой день. Гигантской тенью? Да, я тут прогуливался, и как вдруг тень пролетела над моей головой. И я подумал, это темные тучи, но потом тень исчезла. Двалин мимо пролетел, короче. Это, видимо, какой-то суперредкий летающий монстр, из которого выпадают сокровища, когда его побеждаешь. Может быть... Поскольку ты здесь, не сделаешь ли мне одно одолжение? У меня есть сундук на другой стороне этой... Я не помню, как ярд перевести, боже. Но вода такая глубокая, я не умею плавать. А, сокровище! Эй, почему ты меня ударила? Это его сокровище. Мы пойдем и принесем их тебе, не переживай. Ярд — это двор, да. Нажми на воду, чтобы плавать. Moving one space in water costs one stamina. Чтобы пройти один ход, нужно потратить одну стамину. Здесь ты можешь видеть, сколько у тебя осталось стамины. Хорошо. Здесь что у нас? Так, смотрите-ка, дейлики какие-то или квесты. Найди что-то, чем сломать. Но я же еще не нашел. Outworld журналы какие-то нам дает. Вы проснулись, целый новый мир перед тобой. Ключевочки, короче. Так, плаваем. Сундук. Кстати, обычный сундук. Я не знала, что плавать так утомительно. Отлично, хотя бы мы забрали сундук. Можно я хоть немножко в него загляну? Нет, ты не можешь, мы должны уважать. Privacy. Приватность других людей. Обычный приключенец ждет нас. Давай вернемся к нему. А, нам опять придется плыть. Новый item Adventurer's Chest. Что же в нем такого? Забирайся, сундук. Вот твой сундук. Ха, отлично, спасибо большое. Я не знала, что... Я не знаю, как бы я без него жил. Так это действительно что-то очень важное для него. Мне даже интересно, что же такого важного мужчина может хранить? Мужик, которому все... Ну, как бы, на все пофиг, может хранить в этом сундуке. Да, теперь мне тоже интересно. Что вам интересно, что в сундуке, в коробке? Ну что ж, это легко, я покажу вам. Под взглядом путешественника и пайман, он вытащил бутылку полную какой-то жидкости из коробки. А, это такая вкуснятина. Вино, короче, лучшее одуванчиковое вино с винокурни. Вы не можете его купить вне Манштата. Да, это точно Венти. Я не могу и дня без него прожить. А-ха-ха. Вино и твое сокровище — это лишь бутылка вина? Вы, девчонки, слишком юны, чтобы понимать его стоимость. Но спасибо большое. Он уже начал напиваться. Хотя я как бы слышал об этом, но я не думал, что манштатцы настолько просты и спонтанны. Блин, я бы тоже побухал, но антибиотики не дают, нельзя. И кает. Нет, подождите, рыгает, по-моему. Бёрп. А вы что-то искали, когда сюда пришли? О, да, я почти забыла. Вообще-то мы... Вы рассказываете о дороге, которую преграждает камень. О, во, держи кирку. Она справится. Я ее использовал, чтобы копать белую руду. Но, блин, ну теперь это не Венти, теперь это Делюк. И не нужно ее возвращать. Она мне больше не нужна. Отлично. С этим мы сможем продвинуться дальше. И да защитит вас Анемархонт. Блин. Так манштатцы действительно могут чем-то помочь. Нифига себе, тут кирка и эпический меч какой-то. Ага, хия! Ха, мы справились, теперь мы можем пройти. Молодец, путешественник, отлично. Еще одним... мы на шаг ближе к нашим новым тиммейтам. Да, реально, примагемы в глазах. Неудивительно, что она так старалась. Слаймы! Уву! Уву. Осторожней, на нас нападают монстры. Ай, да, это всего лишь парочка слаймов.
Я их одним пальцем победить смогу. Недооценивай своего оппонента, твое тело еще не адаптировалось к элементальным силам этого мира. Да, нормально все, они лишь начинающего уровня монстры. Я просто их физической силой победю. Физической силой? Ну, хоть немножко, уважай игровой сеттинг. Я тебе сейчас расскажу про элементальные реакции. Почему? Да я просто... Ты можешь просто драться вместе со мной, но я не очень хорошо сражаюсь. У тебя вообще есть способности, типа, стрелять лазерами из глаз или изо рта, как пайман лучи или что-нибудь такое? Конечно же нет. Ты знаешь, хоть ты маленькая и умеешь летать, но я думала, ты что-то типа ховергана или что-то такое. Почему ты вообще такие странные мысли придумываешь? Окей, 10 стамины, кстати, тратит. Ну, сейчас хоть за Розарию поиграем. Вся пачка и шоу-тайм получает 40 урона. Ля, какая прикольная. У нее хвостик! Стоп, она хвостиком меч держит. Фу, к чем. Ладно, слайм, а ну идите сюда. Не, ну, кстати, драться со слаймами в Геншине это попроще. О, заряженки у меня есть. Ля, какой крио танковый. Так, надо их всех вместе собрать, чтобы втроем дамажить. Ау. О, изменение времени, нормас. Ля, Геншин еще никогда не был таким сложным. Это, походу, ранний вариант Геншина. О, фаерболы. Кто говорил, что Ханкай однокнопочная игра, а? Кто такое говорил? Стример такое говорил. Стример берет свои слова назад. Найс. Бля, она дерется хвостиком. Можно эту девочку в Геншин, агась. Так, что-то они тут насрали камнями какими-то ледяными. Вы получили анимокулус, стамина увеличена на 1. Когда растет твоя стамина, ты можешь исследовать больше разных локаций. Попробуй собрать больше. Отлично справился, Тревелер. Ха, теперь ты знаешь, какие... Что этот игрок может тебе показать? Вы, маленькие слабые слаймы, всегда лишь были опытом для начинающих, для новичков. Удивительно, ты звучишь как плохие парни. Хотя мы всего лишь защищали себя. Но я хотела спросить. Ты же сама с двуруком ходишь! А, да, ну, теперь, когда я прошла обучение, я могу сделать первое желание? Ля, она вообще меня не слушает. Подожди-ка, у этих слаймов что, эти слаймы что-то за собой оставили. Что это такое, ледяные блоки? Даже слабые монстры, как слаймы, имеют элементальную силу. В отличие от той скалы, эти ледяные блоки просто так не уберешь. Значит, нам нужен делюк. О, здесь какое-то огненное кольцо. Может, ты можешь попробовать толкнуть ледяные блоки в огонь? И посмотрим, что произойдет. Элементальные реакции могут быть удивительными. Так, анимокул. Угу. Когда ты дошел до финальной точки, ты можешь вернуться туда, откуда начал, нажав ресет. Если, короче, не справился. Победи слаймов. Верни сокровище бухому. Венти. Переплыви на другую сторону. Агась. Чат! Тут был спрятан крутой сундук. 100 журнальчиков. Секреточки. Так, а этот камень мы не можем сломать? Эй, хи-хи-я! Эй, теперь можно пройти. Молодец, путешественник. Я еще на один шаг ближе к... Нам, наверное, здесь... Ай, блин, кажется...
Кажется, она сейчас утонет. А, вот сундук. Класс. Брях! Я думал, я утону. Эй, похоже, у тебя не хватает стамины, чтобы переплыть пока что. Да, я попробую еще раз. Да не надо, я тебя опять буду вытаскивать. Ты попробуешь потом, когда увеличишь количество стамины. Угу. Так, а что здесь за... Какой-то стенд на коробке позволяет тебе... Чего, нажать на него, убрать коробку. Ты открываешь дорогу. А, не, это просто подсказка. Типа. Так, а как мне вообще... Блин... Там. Я же ни хрена не вижу. А, все, я научился, я молодец. О, фрукт! Вы собрали ягоду. Это сладко-кислый фрукт, который можно найти где угодно. Он удивительно освежает. Смотри-ка, ягода. Сразу же убрала в рюкзак. Это было быстро. Хороший игрок никогда не оставляет ничего и собирает все. Ну, в общем-то, да, надо собирать все, что может пригодиться в путешествии, но ты слишком скилловая ягода. Можно на квест-эмблемы менять. Так, ладно, а в какую там... Куда там надо было эти деть? Ага, взорвались. Я думаю, что-то появилось. Это сундук, ура! Класс. Так, еще что-то одно я здесь не собрал. Надо, наверное, вот сюда проплыть. Блин, ну кажется, нам здесь все еще не хватит стамины пока что. Да, вон там вот что-то должно еще быть. Или нет? Ну, может, я могу переплыть все-таки вот... Нет, это край карты. 4. Ну не, 4 стамина мне не хватает. Ладно, поехали дальше. Манштадт, смотрите, телепорт. Типа временный ивент? Ну конечно временный. Ох, какой сладкий ветерочек. Иди сюда, путешественник. Это же... А, величественный, не правда ли? Это земля Манштата. Замок вдалеке — это манштатский город, благословенный четырьмя ветрами. Вау, восхитительно. Какое же путешествие нас ждет впереди? Я так взволнована, да. Так что теперь я могу помолиться? Да успокойся ты. Давай пройти на следующий этаж. Смотри, путешественник, это телепорт. Это удобный девайс, чтобы помочь телепортироваться из одной точки в другую. О, такого типа, да? Что ж, он мне не нужен. Я хочу исследовать мир на своих двух ногах. Подожди-ка секунду, я была не права. Это не телепорт вейпоинт, а статуя семи архонтов. Статуя семи? Это не похоже на статую. А для этого есть какое-то объяснение. Дай-ка угадаю. Не было времени для модельки, для моделирования. Это просто пробная версия. Больше будет потом. В любом случае, в этом мире статуя семи — это статуя семи архонтов. Ахам. Так вот, элементальная сила в этом мире концентрируется в статуе. Прикоснись до нее, и ты вернешь свои потерянные силы. А, я не думаю, что я теряла что-то. Я сейчас еще сильнее, чем раньше. Ах, конечно, я слышал, что статуи также могут приносить удачу кому угодно, кто до нее дотронется. Хм. Например, давать шансы встретить сильных компаньонов. К статуе семи архонтов. Поехали. Мне кажется, мне надо так с ней общаться. Это как, знаешь, это как зрители общаются с новыми стримерами по Геншину. Крути, крути, крути. Ягоды. Где же мне взять ягоды? Человек в маске. И не здесь тоже. Какое странное... Чего ты ищешь? Свежие ягоды, ягоды. Как насчет этой? О, правда, что ли? Как, а сколько ты уже собрал? Мой ягодорадар говорит мне... Ягодар. Что их 26 по всему Манштату. Что-то хорошее произойдет, если соберешь все 26. Что-то хорошее. Пайман, а ну-ка давай-ка глаза
разуй, мы соберем их все. Ты не так-то и сильно хочешь найти свою сестру. The Bear Obsession. Угу. Хорошо. Так, ну, видимо, мне надо все-таки подойти к статуе семьи архонтов. Нужно будет испечь пирог, класс. Итак, дотронься до статуи. Ну, поехали. Ничего не произошло, Пайман. Эй, подожди минутку, эта статуя сломана. Ой, мне так показалось. А, какая-то потрепанная. Как это произошло? Мой идеальный гайд для новичков провалился. Ну, она и правда сломана. Пойдем отсюда. Эй, подожди. Как путешественник, не хочешь ли ты починить статую? Что? Не, слишком... Слишком много... Блин, пить воды хочу. Слишком... Это слишком сложно. Ну подожди, не покидай меня. Статуя семьи очень важна. Мы должны ее починить для нашего приключения. Ну ты сказал, что элементальная сила важна, а я и без нее монстров победила. Слушай, сюда, путешественник, если не починишь статую, не получишь благословения Анмы Архонта. А без него ты не сможешь встретить новых, новых друзей. Ладно, пойдем чинить статую. Это было так просто. Бля, стамина, кстати, я не увидел сразу. Оп, здрасте. Манштадтский житель. Эй, ты можешь просто пройти мимо моего дома? Не мог бы ты просто пройти мимо моего дома с выражением лица? Я путешественник, я могу делать, что хочу. Ой, простите. Ой, я хотел здесь немножко лута какого-то получить. Простите, привет. Барт. Он играет на лире. Вот это должно быть Барт. Эй, мистер Барт, вы не знаете, как статую починить? О, два путешественника. Да защитит вас Архонт. Пожалуйста, нам нужна ваша помощь. А, да, это потому что Барт внезапно упал, струны его лиры разорвались об землю или типа того. Проехались по земле. Эй, что произошло? С вами все в порядке? Я, да, в порядке я. Я просто играл на своей лире и пел 3 дня подряд. Видимо, надо было принести себе еды. Боже мой. Ты пел, пока ты не свалился? Не говори, что ты так сильно любишь свою работу больше, чем свою жизнь. У тебя есть еда в рюкзаке? Еда, еда, точно. Не смотри на меня так, это больше не смешно. Да ладно, не такая уж большая проблема. Можешь просто принести мне яблоко? Если я съем немножко сахара, силы вернутся, я смогу ответить на твой вопрос. Так тебе нужно это экономить силы. Держись, идиотский Барт. Я принесу тебе яблоко. Ууу, слаймы. Нашла яблоко. Хорошо, давай принесем его Барду. Не думаю, что он продержится особо долго. Так, ну слаймы охраняют сундук. Вот так много слаймов. Не хочу с ними сражаться. Они ничего хорошего не выкидывают. Ясно. Модельки аж хвостики, как у вентиля. Вот вам яблоко. Спасибо, ном-ном-ном-ном. Какой сладкий фрукт. Это же манна от Анмы Архонта. Я посвящу эту песню. Эй, не могу поверить, что ты восстановился, съев всего лишь яблоко. А теперь ответь нам на вопрос. Ах, да, вы же меня, мои спасители. Итак, статуя не реагирует, потому что элементальная сила уже была истощена давным-давно. Вам придется ее восстановить. Типа восстановить ее элементальной энергией, да? Да, тебе нужны элементальные кристаллы, а я как раз таки имею 4 чистейших элементальных кристалла. Собери их все, чтобы... А ты откуда это все знаешь? Потому что я Барт Манштадта, ветра нашептали все это мне. Знаешь что? Вы хорошие ребята, так что я расскажу вам локации всех 4 элементальных кристаллов. Он очень подозрительный. И правда. Ну, нам все равно придется следовать его совету. Угу. Че там, и правда Венти, что ли? Ну, какие-то косички у него там есть, да.
Так, ну пойдем драться со слаймами. Элементальный кристалл лежит в конце пути. Что ж, пора заработать немножко экспы, маленькие слаймики. Блин, нажал Ешку, а они меня застанили, короче. Ну, с атака. Оп, нажал. И живет яблоки, Венти детектед. Да, похож. А чё у меня Ешка-то не работает? И с вами сейчас бахнет. Гидро юзай. Ну да, сейчас сенсушку достану только. Так, чай, воды себе принесу, а то слишком много переводить приходится. Мне показалось, что у нее церемониалка. Да вроде нет. Угу. Опа, сколько сундуков. Блин, они превратились в камни. Слаймы зачищены, сундуки, я иду. Ай, подожди-ка, путешественник, что произошло? Ты выглядишь обеспокоенно. Я думаю, эти сундуки очень подозрительные. Что-то странное здесь происходит. О, да, теперь, когда ты об этом говоришь, я вижу, что три сундука одновременно. Мэп-дизайнер как будто был очень... дизайнер карты был очень ленивым. Так что один из сундуков — это ловушка. Это не то, о чем я говорила, но в любом случае давай-ка будем поосторожней. Некоторые сундуки могут появиться после нескольких шагов. Оп. Эй, он стал тортиком. А, нет, их легко забирать, если все понять. Итак, сундук появляется только на счет один. Мы можем открыть все остальные по тому же правилу. Хоп. Раз, два. Хоп. Да уж, это было не очень сложно. Последний сундук, три сундука, во всех были яблоки. Удивительно. Я понимаю, что в трех сундуках не мог... Еще должны были хоть что-то хорошее дать. Могли бы хоть какой-то лучший меч деревни содержать или что-нибудь такое. Пойдем-ка поговорим с этим бродяжкой-бардом. Ну-ка. Бродяжка, опять на яблоке нас. Эй, ты идиот, Барт, а ну объясняй давай. Мы пошли туда, куда ты сказал, но там были только яблоки. О, посмотрите на этот сладкий фрукт. Сладкий красный фрукт. Спасибо, что принесли их. Я полакомлюсь. Эй, Пайман, можно мне его ударить? Да почему бы и нет? Он всего лишь рандомный непись. Эй, эй, подождите, не злитесь. Я лишь пошутил. Элементальные кристаллы... И правда здесь, вот, держи. Эй, да чё ж ты сразу не сказал? Ты просто подшучивал над нами, не так ли? Top left to the statue. А, я сверху слева от статуи, так что я вам не врал. Ну, об этих яблоках, если вы их не хотите, можно я их заберу? Этот бард выглядел глупым, но на самом деле он довольно коварный. Так, элементальная сила. Нам 4 вроде бы надо бы, да? Статуя не работает. Да, наверное. Поехали дальше. О! Так, крутые сундуки сюда. Спасибо.
Агась. Еще соточка. Нойс. Так, а здесь ничего больше нету? Есть. Огненные ловушки какие-то. А, статуи. Это было легко. Давай сюда мой сундук. Даже два. Музычка еще такая под пиксельную переделана. Там-там-там. Так, мистер, а ну-ка пропустите нас, нам нужен камень. Что, ищете кристаллы? Да, у меня есть один. Класс, замечательно. Ну-ка давай-ка нам его, добрый сэр, ну за стоимость. А, сайдквестик, ну давай-ка. Вот что, я тоже был путешественником, как ты, пока я не повредил свою спину. На сегодняшний день у меня все, я все еще страдаю от старых ранений, когда я работал, а когда сейчас работаю в саду. А чё не колено? Ну потому что их бы засудили, если бы было колено. Его тоже вела дорога приключений. Сможешь помочь мне в саду? Ага. Ну придется выполнить эту миссию, путешественник. Ах, моя спина. Помоги ему со спиной, ну, вернее, с... работать в саду. А, ясно. Это было странно. Там еще что-то светится, видели? Понял, ты справилась. Че, нравится, как я все делаю? Удивительно. Ты не просто новичок. Вот твоя награда. Ей, еще один кристалл. Раз, два, три, четыре. Плюс ягода. Эй! Не плюс ягода. Он так, кстати, там еще, кстати, сундук. А к нему-то как попасть? Ладно, к нему мы дальше, наверное, пройдем как-то. Так, мы собрали все камни, все кристаллы. Да защитит Фасана Мархонт. У меня есть чувство, что нам слишком много всего пришлось сделать из-за этого барда. Мы уже собрали все кристаллы, так что давай попробуем. Давай. Вы преподнесли кристаллы к статуе. О, вот так просто, она начала светиться. Бард нас не наколол. Сила статуи вернулась. Но как она работает? На силе элементов, конечно же. Видимо, элементальная сила довольно полезная. Да-да. А я тебе говорила, слушай меня в следующий раз про элементы. Да ладно, ладно, если будет настроение. Теперь, когда мы ее починили, дотронься до нее. Ну-ка, поехали. Что чувствуешь? Чувствуешь силу элементов внутри твоего тела? Да, точно. Я чувствую мою сестренку, я увидела ее. Великолепно. Я так и знала, что статуя приведет нас к чему-то. Скажи, что ты видел, путешественник. Тибозя. Моя маленькая сладкая сестренка, я иду к тебе. Это было в прошлом. Это не видение. И это лишь другая игра. Эй, но я кроме этого ничего больше и не почувствовала. Я знала, что все так гладко не пройдет. Должна спросить тебя, сколько еще шагов я должна сделать перед тем, как помолиться первый раз? Мое терпение заканчивается. Ах, ну ладно, давай тогда. Да, наконец-то, что же мне надо сделать? Все легко. Очисти свой разум. Стань перед статуей с скрещенными руками. Помолись Анну Мархонту о будущих партнерах. Так вот так мне надо молиться? Да, а ты что хотела? Но я не имела в виду дословно молиться. Я говорила про, ну знаешь, вытаскивание персонажей. Эй, я не знаю, о чем ты говоришь. В этом мире есть только такие молитвы, которые будут направлять тебя, которым я тебя научил. Ай, ладно, давай попробую. Дорогие манштатские боги, пожалуйста, дайте мне супер редкого путешественника в партнеры. Скрестила руки, затаила дыхание. Вот так надо молиться, поняли? В следующий раз молимся у статуи архонтов. О, легендарочка! Вон она летит! Коксей, да блин, ну чё ж не моно-то? Ну блин, ладно, окей. Ну хоть не Чича, правильно.
Хоть не Чича. Надо Нюку посоветовать обязательно сыграть в Ханкай. Его первой легендаркой здесь будет Коксей. Одна крутка, ага. И тут 50 на 50 проиграли. Да, могли бы Казуху выролить. Вот, блин, неудачники. Джекпот. Так вот, если ты дотронулась до статуи, это и правда принесло тебе удачу? Эй, я не понимаю, что происходит. Но я получил редкого персонажа. Конечно, это Кикинг, легендарная Юхенг из Льюи Цисин. Я не помню, как ее. Нефритовое, легендарное нефритовое равновесие группировки Цисин Льюи. Она довольно мощная. Нет. Вау, круто. Путешествие становится все более интересным. Можно будет видос по Ханкаю на Ютубе назвать «Выбиваем Кацин». Да? Нормально. Нормально.